В городском округе Люберцы стартовала летняя оздоровительная кампания. На базе 39 школ открылись детские лагеря, в которых ребята будут в течение месяца проводить свой досуг. На торжественном открытии в школе номер 52 побывал глава Владимир Ужицкий. Конечно, о море мечтает каждый ребенок. Ну а пока весь июнь люберецких школьников ждет не менее интересный отдых в пределах городского округа. Ребята из лагеря дневного пребывания «Непоседы», несмотря на погоду, с неподдельным удовольствием радовались наступлению лета. Показали представителям власти праздничный концерт. Я хочу вам пожелать хорошего лета, хорошего отдыха. У вас замечательные учителя, педагоги. Хоть вы и не поседы, вы особо баловаться не будете. Я думаю, не будете доставлять хлопот своим родителям. Поэтому набирайте сил, отдыхайте, учитесь. А отдохнуть и набраться сил в Малаховской 52-й школе в этом году смогут порядка сотни детишек. В лагере работают профессиональные смены по двум направлениям – спортивное и техническое. Всего этим летом в округе открыто 39 лагерей с дневным пребыванием. В них свой досуг проведут почти 3500 ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Сегодня вот я уже пообщалась с некоторыми ребятами, и мы поняли, что отдыхают они в лагерях ежегодно и не уезжают в июне специально. То есть им нравится в этом лагере. Практика очень хорошая, она правильная. Однозначно, ребенок должен быть под присмотром взрослых людей. Дома, если родители на работе не могут организовать досуг, развитие ребенка, конечно, это очень плохо. Ребенок может заниматься чем угодно. А с досугом в дневных лагерях как раз-таки все в порядке. В школах оборудованы игровые комнаты, организовано трехразовое питание. Конечно, есть спальни, где ребята на завтрак взрослым отдыхают в тихий час. Развлекаться и заниматься полезными делами ребята смогут и на свежем воздухе, ведь это же лето. У нас отличное настроение. И мы очень рады лету. В лагере мы будем бегать, играть, прыгать. Я люблю лето за то, что можно отдыхать, не учиться и делать то, что захочешь. Я люблю летний лагерь за то, что с друзьями можно поиграть, побегать. Поиграл и побегал вместе с ребятами в этот день и Владимир Ужицкий. Дружным хороводом они встретили лето, после чего выпустили в небо шары желаний. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.